значит, записываю третье видео, потому что два не успевал, и масло быстро наполнялось. Значит, сегодня я жму масло кунжута. Белый кунжут у меня по просьбе родственников, хотят попробовать, что это такое есть. Вот, я купил его в магазине, просто в обычном магазине, даже не на базе. Вот, здесь кило 200, но 200 грамм не осталось в этом пакете. И кило я загрузил в вагон, этот, в бочонок загрузил. Вот, значит, что я переделал в прессе в самом, я опустил его на 5 сантиметров, его опустил планку, убрал количество подкладочных досок, чтобы было жестче, укрепил саму площадку, вот, и все, и немножко укрепил площадку вот здесь вот, вот в этом месте усилил, у меня была маленькая, тоненькая, я ее усилил, чтобы обратного выгиба не было. Ну и саму еще гайку нарезал вот в этих местах побольше, чтобы можно было закручивать. Вот далее, что это, поставил количество обручей 4-миллиметровых и немножко обрезал сам бочонок, потому что сейчас, по своему мнению, я прихожу к тому, чтобы нормально работать, нужен бочонок широкий и невысокий. Вот. Может быть, даже несколько этих, побольше плашек добавить. Сейчас расчерчу на компе и попробую самостоятельно все это дело изготовить. Общий принцип я понимаю сейчас. Значит, дальше. Сам пресс состоит из рамы. Вот такая рама. Почему рама такая большая? Потому что я планирую отжимать еще. Я для этого вот такую сейчас бочку еще изготовил. Вот такая у меня бочка большая будет для яблок. И, соответственно, для масла.